Мясо, кому мясо? По заказу больше мяса, меньше жира в массу, больше мяса, мясо крепких костей, мясо по ГОСТу, диеты, горька новостей. Кирилл, ты видел Игоря Гастелина, когда он еще выступал на Арнольде? Да, у него была очень крутая произволка, но он был чуть меньше. На 20 килограмм. На 20 килограмм, да, примерно. Но произволка была крутая. Интересно, что он покажет во дворце молодежи. Или еще на России. На России в СКК поедет. Да, в СКК. Ну там рядом по адресу. Ты поедешь? Мы про тебя говорим, про тебя в основном треплемся. А, блин, надо же Питер еще. Я просто помню твою произволку, она меня очень впечатлила. Какая? У меня их много. На Арнольде. На Арнольде? Когда ты был еще? Кентавром тогда. Кентавром, да. На Арнольде я не выступал с произволкой. Ты что тут, а? Неудобная ситуация. Надо готовиться к интервью. Мне кажется, Кирилл просто смотрел какую-то другую произволку в интернете. Ну да. Не-не-не, тебя. У тебя же были длинные волосы, кудрявые? Что ты с ними сделал? Так у тебя постер дома с его изображением. Извини, он многого не рассказывает. Их моя любимая женщина обстригла. И все, да. Но в этом году какая-то крутая будет произволка, Игорь? Мы же ждем. Я еще думаю. Еще думаю? Разгибание одной ногой. Раз. О, нифига себе. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Включится. Два. Три. Два. Раз. Два. Три. Когда вы будете писать комментарии, что да ладно, фигня, там еще что-то, ерунда. Раз. Попробуйте сами. Попробуйте сделать. Просто сами, два. Да. И вот с тем три. Же весом примерно. Уберите углеводы, уберите воду, соль. Но тренируйтесь в том же режиме. Разгибание одной ногой. Раз. Больше жопы. Ну, слушай, да, глубокое сечение мышц. Три. А еще доведется сейчас. Еще доведется, да. Раз. Два. Три. Бо! Какое давление, да? Три. Все. Слушай, а у тебя не сводят ноги после тренировки? А если сводят, как ты с этим борешься вообще? Мне кажется, при такой нагрузке... Да сводят постоянно. Если не сводят, значит херово потренировался. Да не, после тренировки бутылочка боржоми. Если ну еще вот солевой восстановить. То этот, просто соли. Соли, да, немножко добавить? Ну, там на кончике чайной ложки. Ага. Съедаешь и все. Отпускаешь. И полегче, да? А вот то, что говорят, что бананы типа помогают. Что, у тебя сводит ноги, что ли? У меня нет, я не для себя спрашиваю, мало ли кто-то заинтересуется мои ноги. Кирюха делает. Это после 200 килограмм начинается. Да. У меня только кости может свести. Ну, в прошлый раз ты сделал упражнение на руки и свело ноги. Да. Странно. Странно. Серьезно, я тогда тоже об этом задумался. Так не должно быть. Согласен. Нормальных людей. Блин, давай. Пол ложки. Ты меня утомляешь со своей камерой, не снимай. А это не моя камера. Эй, не снимай здесь. Бля, что ты смотришь, вроде маленький. Маленький? Что за хуйня? Маленький? Ну да, ну, согласен. Ну что ты говоришь, но ты не будешь. Как будто только что родился. Ну ты никак не думаешь, что там, блядь, вот такая хуйня, блядь. Знаешь, оказывается, там вот под этими шортами. Да. Ого-го-го. Мясной сюрприз. Мясной, да. По ГОСТу. Кстати, нужно шоп, а, слушай, Игорёк, а почему ты назвал именно мясо по ГОСТу? Вот ты название этого ну, проекта. Ну, конечно, да. Мясо, что? Нарочено по ГОСТу. Понимаешь? ГОСТ, Советский Союз. Гастюнин. По-моему, он тебе все правильно сказал. Что-то прикопался к нему. А, нет, просто спросил. Нет, я думаю, мне кажется, интересуется. Ты задаешь такие вопросы. Очень странно. Вам? А?
Штепсель-терапулька. Штепсель-терапулька. Не живите прошлым, сейчас новые герои. Три. Новое это все забыто, хорошо забыто. Тренер Андрей Анатольевич сейчас назвал нас штепселем и терапулькой. Я не знаю, как воспринять. Три. Да слушай, давай нормально отнесемся. Давай нормально отнесемся. Правда. Не будем накалять обстановку. Конечно. У нас это не получится. Мы вообще в гостях, Кирилл. Да мы здесь как родные. Ну да. Держим. Раз. Два. Три. Еще раз. Держи, держи, Игорь. Разверни. Держи, держи, держи. Все, молодец. Да, согласен. Я их не застал, но мои родители рассказывали мне. Я не помню, чтобы они рассказывали про это. Ты, конечно, два, нет. Ну, три. Давай не будем. Игорь, заверни еще на капельку туда, давай. 17 октября для тех, кто хочет два, увидеть эту мощь вживую, три, приходите на северо-запад. Да. ВЛДМ. Да. Там Игорь Гастюнин выставит свою лучшую форму и покорит сердца миллионов. Скорее всего, он будет с весом 117 килограмм. Слушай, ну это очень крутой вес. Я согласен. А рост какой? Игорь, какой у тебя рост? 104. 184. Хороший рост. Ладно, что-то у нас тут. Держали мы. Да, она подсыпала. Карта памяти, по-моему, заканчивается. А у меня память заканчивается, да. Все, сворачиваемся. Что у нас? Следующее упражнение. Вес 21 килограмм в каждой руке. И опять на ноги. Это какое уже упражнение на ноги по счету? Майкл, какое? На ноги, слушай, до третьей, по-моему. Третья? Ну, это сегодня еще грудь был. Жесть. Просто перед соревнованиями сейчас пытаются Игорь успеть сделать самые крупные мышцы, чтобы уже подвестись и в четверг, видимо, еще потренироваться на полевках, чтобы в пятницу отдохнуть и выйти в субботу на ливе. Тут такая технология. Если я у него спрошу и что-то окажется ложью, то что ты сказал? Вот, у тебя будут проблемы. Нет, у тебя будут проблемы, реально. Сейчас дай мне снять, пожалуйста, видео про Игоря. Нет, все-таки дай-ка я договорю. Что ты договоришь? Нет, ты никому не интересен, правда. Тебя никто не знает. Тебе несколько раз об этом говорили уже. Слушай, ты снялся в этом передаче про автомобили, думаешь, известный, да, парень стал? Три человека тебя узнали в ОКЕ, и ты сейчас гордишься этим. А, в молочном отделе. В молочном отделе в ОКЕ узнали три человека. Так. И один доставщик пиццы курьера узнал. Вообще отлично. Отлично. Звезденка. Да. А что он приехал к тебе, доставщик? Доставщик пиццу я заказал. Ну, я расслаблялся тогда. Была вечеринка. Нет, ты просто, тебе понравилось. Все. Доставщик тебе его позвонил. А знаешь что? Что? Ты вообще неприятный человек в общении. Все, снимай. Снимай. Куда ты пошел?
дерга не надо. Хорошо, все. Добрее, мне веселее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Загружайтесь углеводами, не страдайте.